Цвіти,
Добрый вечер, дорогие друзья. Мы рады всех здесь видеть в этом зале, что вы откликнулись на это хорошее, доброе, нужное, важное дело. И мы здесь собрались, этот концерт, благотворительный концерт, для того, чтобы собрать средства на лекарства мальчику, который он заболевал. И вы знаете, я сегодня случайно в интернете прочитал такой стих, и он оказался как бы очень кстати к этому событию, к этому мероприятию, которое ради которого мы собрались. Его написал некий парень с любимым переводом. И называется «Помогать по возможности ближнему». Ты курорту, дружок, равнодушному, не молись без особой нужды. Помоги по возможности ближнему, сохрани от беды и вражды. Дай надежду ему по возможности, или черствого хлеба кусок. Все так просто, какие тут сложности. Видишь, время уходит в песок. И к пределу спускается ближнему. Что там дальше? Не видно низги. Помоги же несчастному ближнему. В меру сил или средств помоги. Дай совет, или хлеб, или овощи, или пару презренных монет. Есть ли смысл в той посредственной помощи? Будет толк, почему бы и нет? Пусть твой дух дорогой на изломе. Не поддайся влиянию зла. Может, ты был последней соломиной, той, что тонущего бы спасла. Друзья, и может быть, мы действительно можем явиться сегодня той, казалось бы, последней соломиной, которая может помочь тонущему, которая может помочь нуждающемуся. И даже если соломина какой-то тонкий или хрупкий материал, за который невозможно толком удержаться, но если эти соломинки собрать в общую кучу, сделать из них настоящий стол, то за него можно по-настоящему опереться, и он может принести действительно помощь и добрые настоящие результаты. По-настоящему можем быть довольны тем, что мы смогли участвовать и помогли этому. Давайте мы сейчас пригласим на сцену музыкантов. Thank you.
Давайте мы как-то, знаете, снимем напряжение. Может, познакомимся с друг другом? Кто там с вами рядом сидит? Вы можете просто, ну не знаю, повернуться друг к другу и сказать привет, как твои дела, как ты себя чувствуешь. Если у тебя плохое настроение, то ты можешь проверить после этого концерта, твое настроение будет хорошим. Если, может быть, у тебя что-то болит, то ты обнаружишь за это время, что тебе стало замечательно, тебе стало хорошо. Вместе с тобою в твоей
Вместо уныния Он посылает свою радость. И знаете, хотелось бы сейчас просто поблагодарить одного человека. Это вот оператор Василия Васильевича. Знаете, спасибо большое. Он сегодня, с утра, с 8 утра, можно сказать, здесь что-то делает, хоботится, подключается. Спасибо вам большое за ваше доброе сердце. Давайте мы поблагодарим Бога за него. Спасибо. Песня называется «Мой Иешуа».
Спасибо. И сейчас вашему вниманию мы посмотрим ролик. Есть там такое благодарение? И Владика, и Сюзи, и свою кумку, и ягодки, и точки, и солнце, и небо, и машину. Я благодарен Богу за то, что Он все создал. На моей рисунке написано, нарисовано дом, деньги, и растения, и мои друзья, и моя семья. Я благодарю Бога за мой дом, и за деньги, которые мы зарабатываем, и за все растения, и за мою семью, и за моих друзей. Я нарисовала дом, и семью, потому что я благодарна за семью и за дома, и дикого Иисуса мне дал. И я нарисовала здесь кресты, потому я благодарна за то, что Иисус за нас умер на кресте. Я нарисовала маму, папу, дедушку, бабушку и себя, моего братика, моего маленького братика и мою собачку и кошку. И я нашла дом, солнце и доллар и машину. Я нарисовала землю. Небо и вообще другие. Я благодарен Богу за то, что Он увидел Землю, небо, много других планет, чтобы нам держать на Земле, и чтобы у нас все было хорошо с нами. Я благодарен Богу, что у меня есть семья, и я благодарен Богу, что у меня есть хата. Любовь вечна. Вы можете вместе с нами подпевать. Вечная, любовь вечная.
зорі, вода не потоп. А нам всім сильней потребні приводить любовь. Вчера репетиция была до 4 часов. И вот мы сделали ее, мы первый раз ее будем здесь играть. Так что, если что, мы не виноваты. Тебя.
великий. Он так все сотворил, сотворил Вселенную. И наши жизни, они зависят от него. И мы сейчас поем песню, молитву. Поэтому давайте мы откроем свои сердца и будем просто молиться. Молиться можно за себя, за своих близких, за своих друзей. Обрати к себе.
хотим посвятить одну песню детям, которые, может быть, сегодня переживают страдания, боли, болезни. Эта песня, она будет посвящена этим детям.
Добрий вечір, шановні краяни. Я дякую, що ви прийшли на сьогоднішній вечір. І я прочитаю декілька віршів. Перший з них написаний російською мовою, називається «Розговор з мамою». Здравствуй, мама. Вот опять я пришел навестить твой нехитрый приют, затерявшийся где-то в могилах. Я хотел бы о многом тебя расспросить, но услышать твой голос не в силах. Я присел на скамейку, оперевшись о стол, вспоминать наши годы с тобою. Вот я в садик пошел, вот играю в футбол, вот меня согреваешь собою. Ветер нежно шуршит, солнце греет слегка, веки медленно вниз потянулись. Открываю глаза, ты со мною сидишь, наши взгляды, как в детстве, сомкнулись. Мама, как там в раю? Там, наверное, цветы всех пленяют своей красотой. Как там мама Иисус, как там брат мой, как ты? Ты опять молода и с косою. И услышал в ответ, там прекрасно, сынок. Всюду радость и музыки, звуки. Там на голову всем возлагают венок. Там касаются Господа руки. А сейчас хочу дать очень важный совет. Он важнее всех денег на свете. Пусть заветом тебе станет Божий завет. Самый главный завет на планете. Будь внимателен, сын, не пройди мимо врат. За Иисусом след-след продвигайся. Крепко Бога желай, на добро будь богат. Полюбить всех вокруг постарайся. Я встряхнулся и встал, огляделся вокруг. Никого, не пойму, что случилось. Тот же ветер шумит, тот же солнечный круг. Неужели все это приснилось? Я взглянул на могилу, поправил цветы и, прощаясь, нагнулся к надгробию. Нежный взгляд, улыбаясь с гранитной плиты, отвечал материнской любовью. І ще один вірш, він присвячений сьогоднішній події. Він навіть не має назви, але він говорить сам за себе. Нестерпний біль батькам, коли хворіють діти. Ще більше, коли ми їх в вічність віддаємо. Життя втрачає сенс. Навіщо далі жити? Безглузде запитання навколо задаємо. Таке, на жаль, трапляється. Та Бог своїй дитині подарував любов і милістю сповив, щоб ми сім'єю жили на рідній Україні, щоб думали про ближнього, людями нас створив. Ще є можливість, братія, врятуємо дитину, що відчайдуж долоньками вхопилась за життя. Благаю, допоможемо, повернемо мамі сина. Всі разом переможемо холодне небуття.
Зараз буде ще один ролик, будь ласка, подивіться. В неділю, 30 вересня, в Чернівецькому будинку офіцерів відбудеться благодійний концерт «Відкрите серце». На ньому збиратимуть кошти на лікування від раку крові маленькому 4-річному Максимові Швецю. Нині хлопчик проходить лікування в обласному відділенні кардіо-онкогематології. 1 вересня він святкував свій день народження. Тепер же старанно вивчає подарований букварик, хоче піти до школи, як і старша сестричка. Ой, який пухнастий сніг, де пухнасті зеньки? На дерева, що за? На дерева, на кущі, на дахи будинки. Максимка – надзвичайно чарівна дитина, класичний малюк, пухкі щічки, хитрі очі, щира посмішка. Шкода тільки, що у свої 4 рочки він занадто добре знає цьому здоров'ю. 15 травня почали перший протокол. Він зараз знаходиться на М-протоколі, на третьому блоці, переносить до департаменту, вийшов у ремісію. Хороша дитина, перспективна. Я надіюся, що десь ближче до нового року вже дитина вийде додому на підтримуючу терапію. Почалося все десь після нового року, розповідає мама Світлана. Хлопчик постійно хворів ОРЗ, мав поганий апетит. Низький гемоглобін та постійна блідність обличчя наштовхнули лікарів здати аналіз на наявність бластів у крові. Виявилося, у хлопчика гострий лімфобластний лейкоз. Хіміотерапію Максимка переносить як усі – нудота, хворі ніжки. Зараз хлопчик не може ходити, але лікарі кажуть, це тимчасово. Звик він і до постійних аналізів. Ми в п'ятницю здавали, в понеділок прийшли, здавали, сьогодні знову здавали кров. Ну, це кроспарт. А так воно набирають звіяни зараз. Мама намагається усіма силами відволікти увагу хлопчика від катетера на лівій ручці, того, куди постійно поступають ліки. Максимка вже знає, деякі лідери любить малювати, гратися в машинки та іграшки. Організм бореться з хворобою за допомогою численних медикаментів, які мають побічні ефекти. Однак без них хвороба швидко прогресуватиме, наразі ж її можна зупинити, кажуть лікарі. Другий протокол буде 49 днів, там теж хіміотерапія тривала. Контролюємо, дороговартісно. На жаль, у нас препаратів для лікування наших дітей не в повному обсязі. Лише є 2 препарати з 8. У неділю 30 вересня у Чернівецькому будинку офіцерів о 18 годині розпочнеться благодійний концерт «Відкрите серце», де збиратимуть гроші на ліки для Максимка Швеця. Ця дитина має повне право гратися в машинки обома ручками, без катетерів та крапельниць. Де чому я? Де ти була? У бабусі соя пила, масло пила, де поклала пістолем, тим наклеїла язичком. Надія Величко, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Сейчас мы бы хотели бы собрать пожертвования для покупки лекарств для Максима. И я хотел бы зачитать одно место из Священного Писания. Я понимаю, что здесь могут быть люди, которые верующие, неверующие. Сейчас много различных и партий. Коммунисты, социалисты, троцкисты, пацифисты, утописты, кто угодно. Но есть Священное Писание, которое безусловный авторитет уже на протяжении многих веков. И здесь Иисус рассказал такое повествование. «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей. И соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов. И поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его, «Придите, благословенные отца моего,
Наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо я был голоден, и вы дали мне есть. Жаждал, и вы напоили меня. Был странником, и вы приняли меня. Был наг, и вы одели меня. Был болен, и вы посетили меня. В темнице был, и вы пришли ко мне. Тогда праведники скажут ему в ответ: Господи, когда мы видели Тебя голодным и накормили, или жаждущим и напоили, когда мы видели Тебя странником и приняли, или нагим и одели, когда мы видели Тебя больным, или в темнице и пришли к Тебе. И царь скажет им в ответ: истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из этих братьев моих меньших, то сделали мне. Друзья, так как вы сделали это одному из братьев моих меньших. Мы собравшись здесь, послушайте, мы понимаем, что мы не можем, на сегодняшний день можем, к сожалению, не можем охватить всех. Но мы можем помочь хотя бы одному. Вы знаете, когда-то в нашей жизни, в жизни моей семьи, моей Анжелы, это моя жена, которая пела, когда-то к нам подошла одна семья и сказала: вы можете обратить внимание на одного мальчика. Его родили родители, которые были много лет наркозависимые, они ВИЧ-инфицированные, и вы можете прийти и посмотреть, может быть, вы можете что-то сделать для этого мальчика. И мы пришли в больницу и увидели 5-месячного ребенка, ничем вообще не примечательного. Единственное, что может быть примечательное в его жизни, это огромный список болезней, который прилагался еще к этому мальчику. Но вот это слово, которое оно отражалось в наших сердцах, оно не давало нам покоя. И мы хотели что-то сделать хотя бы для одного этого мальчика. И ему уже сейчас... А ну, иди сюда, мальчик. Кто скажет, что это девочка? И сейчас этому мальчику, это Тимофей, наш сын, ему 6 лет будет в этом ноябре. Послушайте, Бог сотворил великие чудеса в его жизни. Бог его исцелил от всяческих болезней. У него был порок сердца, у него был диагноз ВИЧ-инфекции. У него был целый список болезней и хронических, и каких угодно, которые навсегда бы могли его преследовать. Но Бог сотворил в его жизни чудо, потому что кто-то взял и остался неравнодушным и сказал нам об этом. А мы сделали то, что смогли. И сегодня мы с вами вместе все собрались для того, чтобы сказать, что вы можете остаться неравнодушными к одному этому мальчику. И как в самом начале, я зачитывал стих, здесь последние 2 строки. Может, ты был последней соломиной, той, что тонущего бы спасла. Послушайте, и вы можете принять участие, посильное участие в жизни этого мальчика и благословить его тем, что у вас есть сегодня на сердце. И давайте мы сейчас запустим эти мешочки, корзинки, ведрышки, что это есть, для того, чтобы мы могли пожертвовать на лекарство этому ребенку. Друзья, но самое главное, послушайте, это то, что я на жизни
нашего сына Тимофея, я вижу то, что Бог способен сотворить чудо. Посильную помощь мы можем, конечно, оказать. Мы можем пожертвовать какие-то финансы. Но я больше уверен в то, что мы можем желать и верить в чудо, которое может открыться в жизни этого мальчика. И я бы хотел бы вас попросить, чтобы вы поднялись, склонили свои головы, молитесь или не молитесь, хотя бы просто, чтобы вы были не безучастны в этот вечер. И вместе со мной совершили такую молитву. Отец наш Небесный, мы приходим к Тебе во имя Сына Твоего Иисуса Христа. Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты даешь нам жизнь. Мы благодарим Тебя за то, что Ты даешь нам здоровье, за то, что Ты нам даешь увидеть в своих жизнях Твою милость и открыл нам спасение через Сына Твоего Иисуса Христа. Господь, и мы молим Тебя за этого мальчика, за Максима, чтобы Твоя слава, она раскрылась в его жизни. Мы молим Тебя, чтобы Дух Божий, Дух Святой, он прикасался к его жизни и открылось чудо, настоящее Божье чудо, которое принесло ему исцеление, которое принесло в его жизнь свет, которое принесло в его жизнь настоящую Божью славу. Когда-то во времена Деяний один человек смотрел на апостола Петра и желал, чтобы тот ему дал денег. Но он сказал: «Я не имею золота и серебра, но во имя Иисуса Христа встань и ходи». Господь, и мы молим Тебя во имя Иисуса Христа, яви славу и исцели этого мальчика во имя Иисуса Христа, во имя Иисуса Христа. А мы хотим видеть Твою славу, небесный наш Творец. Аминь. Аминь. Друзья, спасибо большое. Пусть Бог благословит вас. Хорошо. И потом после мы хотим детям сделать подарки, если тут дети есть, и помолиться за всех детей благословить.
Дети, бежите сюда вперед. Дети, мы хотим помолиться за вас, чтобы вы росли счастливые, здоровые, чтобы вы радовали своих родителей, слушали своих родителей, слушали своих учителей, своих наставников, своих воспитателей. И мы хотим подарить вам подарки. Это книжка, детская книжка, которую написала Анжела, которая здесь пела. И она прекрасно подходит всем деткам. Это, в принципе, история о блудном сыне. Только это о блудной собачке, блудный пес называется. Здесь чудесные картинки. И детям, и взрослым очень интересно будет читать эту книжку. Детки, и давайте мы помолимся за них. Дорогой Господь, мы приходим к Тебе во имя Иисуса, Сына Твоего. И пусть рука Божья, она непрестанно будет над нашими детьми, над нашим наследием. Пусть благодать Твоя и благословение Твое, оно никогда не отойдет от них. Пускай их жизни, они будут наполнены настоящей Божьей радостью, светом. Господь, пускай всю их жизнь, у них будет крепкое здоровье во имя Иисуса Христа. Пускай они радуют своих родителей и пускай они будут послушны своим родителям. Пускай они на протяжении всей своей жизни ценят ту любовь и заботу, которую им дают их родители, наставники, учителя, воспитатели. И мы благословляем их снова и снова во имя Иисуса Христа. Аминь. И сегодня на этом концерте мы собрали 3364 гривны, 10 копеек и 1 доллар. И мы бы хотели поблагодарить от всего сердца организаторов этого концерта, всех, кто принимал участие, музыкантов, звукорежиссера, ребят, которые были в группе «Порядка», всех, кто устраивал концерт, Сережа. И особая благодарность или щиру подяку информационным спонсорам. По-перше, газета «Буковина», главный редактор Ісак Анатолій Федорович. Газета «Повля», «Вільний дом», главный редактор Калачук Сергій Миколаевич. Газета «Чернівці», главный редактор Баблов Василий Иванович. Генеральный информационный партнер МТРК «Чернівці», директор Сергій Геннадий Анатольевич. Главный редактор Сергеєва Лариса Володимировна. Спонсори товарищества «Друг А». Директор Ільницький Василь Петрович. Ми висловимо щиру подяку усім, хто відкривав своє серце, усім, хто приймав участь у цьому благодійному концерті. Це батько Максим. Добрий вечір, дорогі друзі. Як кажуть в народі, як добре жити, коли все добре. Але коли біда, то є дійсно біда. Я батько швеця Максима, а це мати швець Світлана. Ми дуже гарно дякуємо всім, хто організував це
якби можна сказати, не свято, і можна сказати, свято і концерт цю разом. У честь нашої дитини. Велике гарно дякуємо за все, за все. І щоб дав Бог святий, щоб все було добре всього народу, щоб такої біди ні в кого не було, як у нас в даний час. Но, як кажуть, Бог добрий і все буде добре. І дасть Бог, що у нас всіх буде добре і в нашої дитини. За все гарно дякую. А також дякую музикантам нашим, дорогим. Місяць.
всем, и пусть Бог благословит всех вас. Спасибо. Спасибо. Пожелайте друг другу спокойной ночи и шалом всем.